Ченко, тротуары, я имею в виду. После снега снег уплотнился, но никто их не чистит. И людям приходится обходить вот эти ступеньки, чтобы не упасть. Снег подтаял, гололед. Потому что никто не убирает. Хотя люди платят за очистку деньги, но службы коммунальные в этом написано, что как должны убирать эти тротуары, в смысле, сколько там зимой. И службы там, и деньги, и расчеты есть. Но на самом деле, не то, что возле домов, а даже тротуары, которые, ну, необходимо просто чистить, их никто не чистит. Росло снегом. Как по этим ступенькам ходить? А некоторые все пытаются и так идти, и обходить, кого более-менее обувь. Ну а так скользко. Они видны хорошо, ступенек. Их не чистили с самого начала, выпало, когда выпал снег. Вот точно так было с этими газонами, можно сказать, с травой. Не косили, снял ролик, через время покосили. Так что нужно власть все время... коммунальные службы подталкивать, чтобы они выполняли свою работу, как говорится, чтобы люди не ломали ноги на этих тротуарах, то они так-то убитые, их никто не ремонтировал, да еще не чищенные. Кто по газону идет, кто по другой стороне идет, но по ступенькам не хотят идти, потому что боятся упасть. Естественно, никто не шлаком здесь, не солью никто не посыпал, но хотя бы чистили ступеньки. Вот так до самой Наташи остановки, как говорится, идет снизу Курченко по улице. Вот так по обходу идти. Или по дороге, которая тоже не чищена, но там не так уклон, этих нет ступенек. Или здесь нужно обходить по газону, чтобы не упасть. Женщины идут на каблуках с детьми. И каждый... рискует быть, упасть и поломать себе. Нечищенная тоже, но здесь хоть идти можно, вот следы. Здесь нет этих ступенек, как говорится, и такого риска, что упасть и поломать ноги. Это тоже дорога, не посыпанная, не чищенная. Ну, утрамбовали машины, закатали эти ямы, что смыло асфальт дорогой. И теперь вот так вот, в таком состоянии. Тропом, можно сказать. И ходят люди, чтобы не сломать ноги.